Ребята, всем привет, с вами Ксюша, и сегодня у меня переезд моего гардероба, переезд моих вещичек. Что-то я, ребята, оставлю, что-то я увезу в квартиру, буду все складывать сюда. Ну, а то, что у меня маленькое, я буду давать маме. Ребята, вместе с вами я все уберу в новый шкаф, он такой классный. Не переключайтесь и не забудьте поставить лайк, кто поставил лайк, тот самый модный. Все, начинаем. Первая футболочка вот эта оставляю, переезжаю на квартиру. Она у нас следующая вот такая. Эту кофточку я носить уже не буду, она мне маловастенькая, поэтому, пожалуй, отдаю ее маме. Вот такой свитер, он мне тоже уже, в принципе, маленький, но так он очень мне нравился, поэтому мы тоже забираем. Ты не будешь больше носить его? Нет. Дальше у нас идут вот такие шортики. Я их думаю, что перевезу на квартиру. Кстати, на мою фигуру очень сложно эти шорты, потому что все мне большие. Поэтому вот, что нашла, то нашла. И вот такой костюм из бежки, я даже не знаю, я его купила размер XS, он мне маленький. Так что, мама, я не буду его носить, он мне маленький, забирай. Следующая розовая футболочка, мне она очень нравится, поэтому я перевожу ее на квартиру. Следующая Данон, мама, я поела, это, кстати, мама, на тебя футболочка. Это вообще моя футболка, да, забирай. Следующий вот такой крутой свитерочек цвета травы, он новый, поэтому он переезжает на квартиру, его я не буду носить за эти дни, пока буду еще жить здесь. Фиолетовая кофточка, она тоже новая, поэтому я ее перевожу, тем более она зимняя, поэтому точно ее не буду носить. Следующая желтая кофточка, я думаю, ее можно оставить, то, что я буду оставлять. Я буду вешать вот сюда. Такая туника, я ее, в принципе, уже не хочу носить, она с таким разрезом, поэтому вам тоже даю ее тебе. Еще есть вот такой топ короткий, мне он тоже очень нравится, поэтому я его перевожу на квартиру, я не буду его пока что носить. Следующий свитер, вот такой синий, ребята, история, смотрите, если мы сделаем, как мы с этой стороны, здесь порезанный. Это мама сделала. Я пыталась его почистить от катышков. Не надо уже тут ничего говорить. Теперь мы его выкидываем. Следующее, это вот такая юбка. Я ее оставляю обязательно. Ну, как бы я ее вожу, но оставляю. Потому что мне эта юбка пока что не нужна. Также я хочу избавиться от вот этого топа, который на плечах носится. Мам, поэтому я тоже его тебе отдаю. Что, маленький стал? Да. Потом, следующий, вот такой красный свитер. Типа, я его не хочу больше носить. Типа крутые. Я хочу себе купить свеженький свитер, поэтому этот я, пожалуй, отдам маме. Что-то у тебя совсем мало вещей тогда переедет на квартиру, или нормально? Ну, значит, нужно закупку делать вещей. Я не знаю, что еще делать. Покупать новые вещи. Ребята, я выросла, и мне нужны новые вещи. Ставьте 20 тысяч лайков, и я пойду закупаться одеждой. Надеюсь, что это будет совсем скоро, да, мам? Надеюсь, что 20 тысяч лайков быстро наберется. Тоже надеюсь. Футболка лайки, мне она, в принципе, нравится. Ее можно носить просто по дому, поэтому оставляем. Следующая вот такая грудецкая блузка из Зары. Она, кстати, вся помятая, но это не важно. Я ее увожу на квартиру. Следующий. Розовый свитер, он уже весь вытянулся, видите, вот здесь. Я его сама буду носить, потому что у него размер, наверное, на нашу бабушку даже. Ребята, так классно, когда ты ростом почти с мамой. Класс. Так, вот такая блузка из Зары, мне очень понравилась. А мама, кстати, не хотела ее покупать, но я ее обязательно оставлю. Обожаю ее. Вот такая кофточка, где написано girl, покупала в H&M, я даже помню. Вот, и я ее ввожу на квартиру, потому что она зимняя. Следующий вот такой топ-блузочка, очень прикольный, но я думаю, что я его все-таки увезу на квартиру, потому что не буду ее надевать. Надеюсь, мне будет в чем ходить, а то я сейчас все увезу прям. Так, вот такая кофточка. Я думаю, что ее я все-таки оставлю пока на квартире, а то мне вообще нечего будет носить. Я обычно ее надеваю сверху топов и так далее. Следующее это платье. Может мне его оставить? Платье я, наверное, все-таки оставлю. Я его надену во вторник. Ой, или завтра. Нет, завтра не буду. Но я его оставлю. Следующие будут вешалочки. Берем вот эту. Я не знаю, куда девать. Давайте увезем все-таки на квартиру. Я не буду носить пока что эту неделю костюм. При этом он теплый. Так, дальше. Вот такая кофточка. Я ее, пожалуй, пока что оставлю. Потому что мне сейчас нужны все черные вещи. Давайте я все черные вещи покажу. Ну, как бы я все черные вещи оставляю, поэтому вот. И неважно, старое это, хотя мне даже нравится, я тоже оставляю. Вот такая вот еще футболка длинная есть, я ее обязательно оставлю. Детская вообще, я в ней в субботу пойду. Маме она не нравится, говорит, что как мешок, а мне нравится. Завтра в школу я хочу пойти в этой футболке, просто моя любимая теперь. Тоже как мешок, но уже поменьше. Подождите, у меня что-то на носу прилипло. Короче, крутая футболка, мне очень нравится. Оставляем. Вот эта черная вещь, неважно, но мы ее оставляем. Так, белый топ,
Я думаю, что топы я все оставлю. У меня, посмотрите, пока что какой гардероб. Такой желтый, синий, черный, 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 белый, черный, черный, белый. Ой, я пропустила, я сказала еще один черный. Ну там было один черный, не два. Я не буду это поднимать. Короче, придется мне теперь джинсы перебирать. Ну ладно. Так, новый джинс. Голубенький с рисунком. Оставляем. В школе они всем понравились, поэтому оставляем. Так, смотрите, следующие вот такие штаны. Уже так тепло, что эти штаны от худи не нужны просто. Вот еще фиолетовые есть. Еще есть черные. Вот, еще есть белые. Так, знаете, на выбор просто. И разноцветные тоже есть. Как раз разноцветная кофточка тоже уезжает. Штаны на полу кончились, дальше вот эти штаны разберем. Эти вот я оставлю, тоже мне они очень нравятся, такие огромные просто. Микки Маусами тоже из Бершки я оставлю. Раз, два, три. Так, вот такие. Нет, эти я увезу обязательно, на квартиру не хочу пока их надевать. Это из Бершки джинсы, я их оставлю. Вот еще я оставлю белые джинсы из Левайса. А вот такие Зары светленькие я увезу на квартиру, потому что мне их уже девать некуда будет. Голубенький, черный, голубенький, синенький и беленький. Просто классика. На неделю я, конечно, очень много вещей оставляю, но я же не знаю, что я буду надевать. На выбор. Так, дальше блузочка вот такая. Кстати, а вот этот костюм я тоже оставлю. Блузочку и штаны. Это я тоже оставлю. Потом, ну, костюм точно увозим, потому что он теплый. А еще я штаны увезла. Эту кофту увозим. Вот эту я, пожалуй, оставлю. Обожаю ее. Худи с Микки Маусами. Оставим. Увози, жарко. Нет. Оставляю. Худи фиолетовое увозим. Зеленое увозим. Зимнюю кофточку увозим. Господи, как много у меня вещей. Блузочку вот такую увозим. А я всегда говорю, что мне носить нечего. Ну, это так и есть. Черное худи увозим. Белое худи увозим. Сейчас все упадет, мне кажется. Вот такую шерстяную кофточку увозим. Худи Левайс увозим. Ребят, вы меня вообще там видите, нет? Так, дальше вот эту кофточку я ее отдам маме, потому что я не хочу носить. И последнее, это вот такая ветровочка из Бершки. Я не знаю, носить ее или нет. Конечно, носить, скоро будет тепло на улице, и оденешь. Значит, носим. Теперь падаем на это все. Ребят, смотрите, у меня тут остались пижамки, еще кигуруми, я синенькую оставлю, а розовую я уже не буду носить, потому что у меня появилось еще две новых пижамы. И еще вот это все я оставляю, наверное, кроме штанов, которые я тоже сейчас разберу. Черные лосины оставляем, оставляем. Дальше синие вот такие лосины. Эти лосины я оставлю для спорта. И вот такие штаны для дома я тоже оставлю, потому что в этой квартире прохладно. Вот такие дела, ребята. Остальное я все оставляю. О, кстати, можно еще увести вот это, в принципе. Это называется баня. Короче, для разогрева, для балета. Костюм специальный. Тут еще вот эти штанишки есть. Я их уже расстегнула. Мам, забирай, я не буду их носить. Посмотри, они расстегиваются и делаются такими шортами крутыми. Я хочу оставить шорты. Зачем тебе шорты? Мне нравится именно. Но померишь, если понравится, оставишь. Ну, мне нравится, оставляю. Это все, еще раз повторюсь, остается здесь. Как мне пройти? Это была тюрьма! Нет, меня все специально закрыли. Пропустите меня! Живи там в своих вещах. Ага. Я хочу уже убраться в своем шифонере и разложить все по местам. Мам, поехали на квартиру. Ребята, я уже приехала на квартиру. Это мой шифонер. Со всеми вещами я сюда приехала. И мы сюда будем все сейчас вешать и складывать. Погнали! Так, первое вот это. Беру по одной вещичке и вешаю ее на свою вешалку, на которой она и висела. Раз, два, вот такая блузочка. Может быть, потом я теплые кофточки и уберу, посмотрим. Но пока что я все сюда повешу. Следующая кофточка радужная для костюмчика. Упс. Вот сюда. Нет, кофты я буду вешать за кофтами, а блузки за блузками. Это сюда, а это сюда. Топ. Следующая блузочка. Вешаю ее сюда. Классно. Так, следующая это худи. Раз. Голубенькая. Вешаем сюда. Ой, промахнулась. Следующее давайте, ну вот эту худи ладно повешаем, вот такой вот классный, здоровый, сюда, а точнее это свитер. Следующее фиолетовое худи, вот сюда, вот еще одну худи берем, и я его вешу вот так. Ветровочку я пока что тоже сюда повешу, потом, скорее всего, она у меня будет висеть там, где куртки. Так, ребяточки, следующее худи будет беленькое, вешаем его вот так.
Опа! Вот такая кофточка. Вешаем ее сюда. Смотрите, сколько всего и уже забито полностью практически. Следующая вот такая вот. Ой. Следующая вот такая кофточка. Ее отправим вот сюда. Черная, черная худи. Как... Нет, страшно, как смешно. Это сюда. Черная, белая, синяя. Тут будет зеленая. А вот и зеленая. Ясно, я крутой, современный, молодой. Ну, ладно. Это уже тренд из ТикТока. И также блузочка у меня с вешалочкой. Что она упала? Вот я это вешу вот сюда. Опа. Класс, класс. Здесь уже пусто, только ваня осталась. Вот это. Ее давайте уберем вот сюда. Вот так ее положу. Идеально. Круто, вообще класс. И сюда пижаму можно еще положить. Две блузочки. Одну сюда и другую сюда же. Раз. И два. О, прям идеально. Сейчас вы прям видите, сколько у меня вещей на этой квартире будет. Так, следующая футболка. Футболку сюда. Кофточку вот сюда. Тепленькую достаточно. А тут нет вешалки. А где? А как так? Мама, почему тут нет вешалки? А почему тут реально даже вешалки? Ну, я их отдельно убирала. А, нет. Потому что я их отдельно убирала, потому что не входила в пакет уже все. Понятно. Твои кладем вещи. Значит, эту кофточку я вешу сюда. Уже реально нет места, мне уже вот не нравится. Я думаю, что потом вот эти шерстяные кофты можно будет сложить. Они же не будут летом у тебя тут висеть. Да, они синие. Эту блузочку вешу прям вот сюда. Вот такая красотень, вообще класс. Следующая вот такая футболка будет розовая. Ее вот сюда. Следующая вот такая бежевая футболка. Ее сюда повешу, пожалуй-ка. И вот такая футболка мамина. Куда ее? Ко мне вешать? Тебе повешай. Да, она как оверсайз такая, мне кажется, она мне тоже пойдет. Нет, она не оверсайз смотрится, а просто как большая. Вот здесь уже ничего нет, ребят. А там что? И осталась третья сумка у тебя вот эта, с вещами. Со штанами только или с кофтами? Я не знаю, тут все подряд. Мне кажется, что здесь... А мы начинаем развешивать штанишки. Есть у меня такая специальная полочка для них, такая классная. Значит, считаем, смотрите, черное, потом белое, потом зеленое. Значит, на третью вешаем штаны. Раз, два, три. Вот сюда. Класс вообще. Вот, ребята, так у меня получилось. И мне кажется, что это неудобно. Эту полочку нужно отпустить пониже. Ведь штаны задевают полочку, а там я еще хотела что-то поставить, например. Поэтому неудобно. А дальше у нас, ребята, бирюзовые штанишки. Смотрите, как это все делается. Побойки. Бирюзовый вешаем сюда. Мне кажется, что для моих джинсов тут не хватит места, поэтому мне нужно будет вешать всего два слоя. Например, типа вот так, и здесь еще одни. Или друг на друга. Мне кажется, что тут так удобнее. Следующие достаем белые. Вот они. И мы вешаем на вторую. Оп-оп-оп. Все красиво, удобно, молодежно. Новая фразочка. Конечно, без рифмы, но не важно. Черные штаны. Все подравниваю под один уровень примерно. Так, следующий фиолетовый идут. А, кстати, у меня вот такая вот красота уже получается. Посмотрите, просто бомбически. Фиолетовый тоже. Повешаем обязательно. Надеюсь, что мне хватит вешалок. Так, вот еще фиолетовый повешали. Просто они неровные. Вот такой радужный я следующий хочу повесить. Он так, кстати, такой красивый. Мне прям очень нравится. Не знаю, почему я его не оставила на квартире. Скоро лето, поэтому оставим его на лето. И я его увязала на эту квартиру. Так, все, вот такая красота не получается, и это еще не все, не переключаемся, у меня есть еще джинсы, вот такие облегающие, мои практически сейчас самые нелюбимые, я повешу вот сюда. Следующие штаны из Зары. И смотрим, смотрим. Блин, ребят, мне реально места не хватит, смотрите, у меня еще одна вешалка осталась, а штанов у меня еще в той квартире много, поэтому, ребята, придется мне либо два слоя вот так вешать, либо я их еще буду вот сюда складывать. Там, видите, как раз удобно тоже будет. Просто аккуратненько свернул, на полочку положил. Либо же вот сюда их складывать. Так, а это мы все задвигаем. Следующая идет юбочка и двое шортиков. Я думаю, что их сюда я не буду класть. Ребята, я шорты положу в задвижечку вот сюда. Не, давай в нижнюю. Вот сюда. Кладу шорты.
первый желтенький положим. И складываю вторым. Зелененьким. Два. Закрываем. И последнее, что здесь осталось, это юбка. Ее, если я просто положу, она помнется, поэтому мне для нее специально вешалка вот такая. И на прищепочках она у меня вот так держится. И повешу я ее в блузочке. Вот сюда. Вешалки, то есть, я сейчас соберу и положу почту вот сюда. Да? И вот сюда, давайте сюда. У меня прямо еще закрытые даже упаковки есть. Так что, мама, нужно закупаться вещичками. Видишь, сколько пустых? Все, красота. Мам, а я вешалку для этого не оставила. Ну ладно, не важно. Я же буду переодеваться, поэтому сделаю. Все, ребят, я, честно говоря, уже очень устала. Время у нас 9 часов. Не знаю, почему обычно я ложусь спать в 10. Но сегодня, видимо, уже пошло и так. Я хочу есть. Ой, ну да, я хочу есть, я хочу спать. Ребята, и последнее, что я привезла, это новые носочки. Мы их сейчас разложим, где крестики-нолики, так я называю эту полочку. Смотрим. Вот это. Вторая. Облачка, сахарная вата и велосипед кладу вот так. Такие голубенькие. Кладу, как их положить. Видишь, их 3 раза не свернуть. Ну, вот так. Я реально не знаю, как их положить. Ну, так сойдет. Нормально. Потом вот такие с авокадиками вот так. Ананасики топовые вообще вот так положим. Такие розовенькие с бананом свернем 3 раза. Вот сюда. Вот такие новые, тепленькие, кладем вот сюда. Ой, тут, кстати, побольше, видишь? Вот такие с авокадиками положим сюда. Ой, давайте тогда поменяем их, что ли, местами. Хотя нет, оставим, как было. Вот, а вот такие носочки, я даже не знаю. Ну, тоже сюда положим. Они, правда, такие огромные. Давайте их вытащим все-таки из коробочки. Так, свернула, ребята, и кладем их сюда. Красотень, все, задвигаем. Уходим домой. У меня тут косметика, я даже забыла. Ребят, ну а мы поворачиваемся уже в ту квартиру, потому что время уже целых 9 часов вечера, я хочу домой. Вот. Но скоро я уже буду здесь жить. Следующая будет уборка в канцелярии. Завтра нам привезут шкаф обалденный просто. А еще вот такую тумбу Макс с мамой купили вот с такими задвижечками. Вообще классная. Тут еще телевизор будет у нас стоять. А стеллаж под канцелярию папа соберет завтра. Поэтому я для вас сниму ролик чуть позже. Поэтому ставим лайки. Обязательно набираем 20 тысяч лайков. И я снимаю такой крутой видос. Также подписывайтесь на мой канал. И всем типа пока. Пока-пока. Подождите, я смотрю масочки. Может, мне некуда быть на карте? Я думаю. Завтра у меня пятница. И у нас с девочками спать день. Йоу.